Всем привет, я нахожусь в Соколином, и сзади меня домик, который мы сейчас снимаем, и мы пойдем на Большой каньон. Поехали! Вот я иду по тропе, она называется Лесуповская, по вот таким вот красным меточкам. И, кстати, если по ней идти, то можно выйти на гору Айпетри. А я иду на Большой каньон. И буду, наверное, купаться в ванне молодости. Я пришла уже на первую локацию. Шли мы сюда от Соколиного села 3 часа. Уже запыхались. И сзади меня почтовый дуб. Там всякие разные записочки. Я их прочитала, потому что мне было очень интересно. Там туда тоже можно свою записку положить. И еще карта Большого каньона. Мы сейчас пойдем на Голубое озеро, а потом на ванну молодости. Все это снимем и покажем вам. Вот мы уже идем от почтового дуба, и в самом каньоне уже желтые меточки. И еще я обнаружила здесь урну. Это очень хорошо, чтобы люди не мусорили, и я сейчас выкину туда мусор. Moment of glory, called evolution. Could I see the world with the eyes of a child? A new beginning, a moment of freedom, like angels are singing. Side of heaven belongs to the children. I will be there when the future arrives. Moment of glory, called evolution. Could I fly away like a bird in the sky? Вот вторая локация уже, это Голубое озеро. Сейчас мы пойдем купаться. Ну, это как обычно правило, не подходить к обрыву, там люди внизу. Ну, в общем, сейчас мы спустимся туда и все вам покажем. Капец, вы просто посмотрите, оно правда голубое. Ну, такого оттеночка голубого. Это просто класс. Я сейчас попробую искупаться, но мне все кричат, что она холодная, поэтому я думаю, что не смогу искупаться. Вот так вот.
Яблоневый брод. Мы уже были на Голубом озере, и сейчас пойдем с Яблоневого брода на источник Панины. И вот там есть мостик. Сейчас мы по нему пройдем. И, может быть, если повезет, съедим яблочко. Вот. Тут речушка. Вообще, вода просто ледяная. Меня ноги сводило, поэтому я по пояс окунулась, и все. Вот. Интересно, где тут яблочки сами? Но это не яблоневое дерево. Вот речка, она просто прозрачная. Вот, мы идем по этому мостику. Я уже вижу там какую-то табличку. Ну вот. Да, это тоже яблоневый брод. Вот я уже иду к ванне молодости. Я не попала на источник, но мы зато набрали водичку в реке другой, не в этой. И когда придем, я вам покажу ванну молодости. Короче, я просто в шоке. Оказывается, это источник Пани. То есть мы шли где-то минут 15. Мы были вот тут вот. В итоге мы пришли на источник Пани. Мы думали, что мы как бы уже на нем были, но нет. Мы его вообще найти не могли, поэтому мы набрали воду в реке Алмачу. Ну, она там тоже чистая. И в итоге на ванну молодости капец еще как далеко идти. Вот хотя расстояние источника Пани вообще очень маленькое, но идти капец как долго. А вот тут вот Почтовый дуб и Голубое озеро, вот такое вот расстояние, и идти гораздо короче. Вот. Ну хоть тут побываем.
так молимся, мы так долго до нее шли, что уже все устали, уже нужно идти домой. Мы сейчас, может быть, искупаемся, потому что воздух прохладный, вода прохладная, и купаться что-то не очень хочется. Ну и всем, кому понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, не подписываться на мой канал. И всем до скорой встречи. Пока!